В выходные произошло странное ДТП. У дома 99 в 7-м микрорайоне 62-летний водитель управлял Рено Сандеро в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он наехал на бордюр. Автомобиль был опрокинут. Мужчина признался, что накануне он дома употреблял алкогольный напиток. В каком количестве, уточнить не смог. В аварии никто не пострадал. В отношении гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, которое предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 18 до 24 месяцев.